Добрый вечер, ребята. Добрый вечер. Добрый вечер. Привет, Бибигон. Если, конечно, он добрый. В чем я лично сомневаюсь. И послезавтра на утренней церемонии я должен быть в этих башмаках. Утопия какая-то. Оксана, а что такое утопия? Так, Филя, говорят про что-то невозможное. Ну а что ж тут невозможного-то? Хороший башмак. Ну он же на шнурках. Не хочешь ли ты сказать, смелый и бесстрашный Бибигон, что не умеешь завязывать шнурки? Конечно, не умею. А зачем это нужно? И все-таки есть области, где без шнурков не обойтись. Вот смотрите. Ни один альпинист не отправится в горы в ботинках на липучках. Ни один спортсмен не побежит дистанцию в кроссовках на молнии. Наконец, умение завязывать узлы – самое главное для моряков. Мастерству вязать вот такие морские узлы учатся годами. Так что это только кажется, что это обычные шнурки. Это очень важные шнурки. Вот смотри, Бибигон. Сейчас люди общаются с помощью писем и электронной почты. А раньше в Древнем Риме писали сообщения на глиняных дощечках. Отправляли важные новости с помощью гонца, которому иногда приходилось бежать несколько сотен километров. Письма запечатывали в бутылку и кидали в море, надеясь, что бутылка доплывет до суши. Письма доставляли почтовые голуби, а на севере почту привозили собаки в почтовых упряжках. Такие упряжки пробирались через метель и снежные бураны. Если вы уж хотите быть взрослыми, то надо выполнять и обязанности взрослых. Поездил на машинке. А ты что думаешь, Каркуша? Тебе придется ходить в магазин, готовить еду, картошку чистить, например. Ну, я же не умею. Каркуша, ну ты же теперь взрослая. Значит, умеешь все. Но раз вы за меня будете мои дела делать, я побуду маленькой. Ну и пожалуйста. Ой, мороженое сегодня съем, а еще сахарный ватт, а еще покатаюсь на роликах, газировки выпью и весь вечер буду смотреть мультфильмы. А я тоже хочу сахарную вату. Каркуша, ну ты же взрослая, а взрослые сахарную вату не любят. А что взрослые любят? Ну, например, овощные котлеты и выпуски новостей. Ой, Оксана, что-то мне расхотелось. Становиться взрослым. Кар, и мне тоже. Но теперь-то вы понимаете, как много всего хорошего вы можете делать, пока маленькие. Я понимаю. Вот не знаю уж, как Каркуша. Да и я тоже понимаю, но просто очень хотелось клюв покрасить. Вот и хорошо. Ну что, может, теперь мультфильм посмотрим? Да. Ой, с удовольствием. Давайте.